День третий. Благодать или закон? Расскажи о Царстве Божьем. Что оно такое? Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее и сокровище на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Женщина, ты освобождаешься от недуга своего. Смотрите, она исцелилась! Это чудо! Смотрите, она исцелилась! Слава Господу! Ну, 17 лет! Да сохранит тебя Бог, рави! Есть 6 дней, в которые должно работать. В те дни приходите исцеляться, а не в этот день, субботний. Лицемеры! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в субботу? Как благодатный поступок Иисуса преодолевает барьеры религиозной системы? Отчего Иисус освободил женщину? Какую свободу я хочу получить от Иисуса?